чё, и что сразу Headhunter, что сразу? О! О! Отличная идея! О! А я еще жив, а я стою на стуле! О! Стреляйте в него! А, я все равно еще жив. О, Филинис, канистры, стреляйте по канистры. О, я на стуле опять, я опять на стуле, о! Давайте, атака, атаки, я атаки. Сейчас, идиот. В атаке, пацаны, надо быть, в атаке всегда быть. Давай, давайте, дабл пенетрейшн, дабл пенетрейшн. Ну, почему как, я не могу? Как четко, а? Ну как четко, ну так. Ну я не попал. Так, погоди. Спой. Как мы будем? Как нам нужна тактика? Давай. Я пожару пьюсов, и потом мы бежим. Теперь мы бежим. Я проверю! Я перепутал стопки! Объяснишь мне это в следующем раунде. Вот, я напишу. Ты полчаса смеялся, потом говоришь: о-о-о-о-о! Серьезно? Мусора, бежим от мусоров, а то поймают. Я не сяду снова в тюрьму, все, нет, нет. Да не ори ты, успокойся. Мусора, сплошные мусора. Ну ты успокойся. Там чарджер, ты чарджер, смотри, чарджер, три, чарджер. Три прыгаем, блин. Воу, где танк? Вот он! Стреляйте меня кто-нибудь. Почему вы такие фейл? Вы фейл, пацаны. Да, это правда. Бегите вперед. Не слушайте, как это надо. Не, но он побежал за Варварой, скотина. О, открывай, открывай, кого там. Все в порядке, он около меня. Иди спасай их. Со мной все будет хорошо, не переживай. Открывай нас! Варвара, мы тебя убьем, а то! Со мной все будет в порядке, все будет в порядке, не переживай. Просто открой дверь! Я рядом! Бедности, давай! Тут темно и страшно, тут сыро! Открой дверь! Открой дверь там! Я застрял там! Диана стрелила в Юзус и все списала на танк, смотрите. Диана, беги! Спасайся! Открой грёбаную дверь! И ведь она сейчас откроет, и мы все умрем. Диана, открывай, он бежит, он там, открывай дверь! Открывай сейчас же! А-а-а, карма! Карма! В толчке тебя! Закроемся. Это успех. Не можешь закрыть дверь. Это успех. Получи, Джокей. Смотри на жизнь веселей. Кофе, Джокей. Понимаете, у меня просто тигры в крови. А я 13 выживших убил. Ну что, ребята, ветер дует нам в паруса. Мы идем полным ходом к победе. Я считаю, что надо закрепить результат. Закрепить результат. Всех убить сейчас надо. И вообще. Кто не взял тишку? Кто не взял аптечку? Все взяли аптечку. Лишняя аптечка. Все взяли. Просто видите, сервер так настроен за нас, что даже лишние аптечки дает. А где там? Чёрный брат. А где же сверху? Вперед, вперед. Что, я пил пару, пошли. Там хантер, Варвара, там хантер. А, там танк! Там танк! Мне кажется, Диана меня кинула. Рарарида, чертота, что это за фигня? О, черт! Поджигай! Тащил, блин. Танк убивает своих, Friendly Fire танк, Friendly Fire. Блин!
Вали! Танк! Нет! Поднимайте нас всех! Ну танк! Кто так танчит танк? Идите в жопу! Чё ты в угол их не зажимал-то? Ну что же? Надо было зажимать, тискать их. А ты ничего. Я то и делал, что тискал, блин. Вы не поняли. Ты слишком нежно это делал. Надо было так это как бы, с напором. Сделай лучше! Я тебя хитнул, погоди. Давай. Сейчас. Итак, все решается. Пошли! Окей. Вау! Эпично! Мы видели это! Снайперский прямо бросок был! Валим! Я это заснял, кстати. Валим! Валим! Ну что тебя передернуло? Давай! Там, иди в жопу! Наконец-то это правда игра! То, смотри! Иду! Ну ты хотел на последнем убить, ты это сделал. Вообще зомби нету. Чё, их дефицит? Такие моменты, когда он шел вообще всех игнорировал. Хватит! Прикрывай! Ты вначале отстрели зомби! Зомби отстрели! Сначала отстрели зомби, на! Я стреляю, на! Наркоман, посмотрим, как это заселить. Смотрите, зомби не обращает внимания на серенького байкера. Он такой неприметный. Заметно. Танк? Куда нас ворота? Вернись. Грёбаные танки, это плохо. Танки, это плохо для здоровья. Там. Что-то меня бьют! Меня тянут. Меня тоже. Меня курят. Меня танкят. Меня громадят. Что-то там машина нет. Паркер, заходите в машину. Нет! Машины. Спецэффекты машины. Какие пошли, какие машины фейл. Оу! Кто-нибудь это видео смотрит? Он меня завалил, мразь. Вот я так и знал, что ты меня подожжешь, скотина. И сейчас я очень буду меняться. Варвара, я же не целился в тебя, ой. Ой, лошапеды, а. Спасай Варвару, Гагасу. Сильно умри. Хватайте черного гитариста. Вперед. Негры гитаристы, это что-то странное. Кроме Боба Марли. Боб Марли. А Джимми Хендрикс. Ну ладно. Гагатон Бро, необразованная быдло. Толстые нигеры гитаристы меня пугают. Смотрите, нас обливали. Самое время открыть дверь. Парти хард! У тебя сзади громила, Гагатун. Я иду громила к победе. Сзади. Хантеры мне не помеха. Нет, хантеры мне помеха. Хантеры все-таки помеха. Спасите меня, я там верить. Нет, планчица, уйди. Иди, планчица. Вот иду, я такой иду, слышу звук волны и такой бац, они подо мной. И потом брызги. Потому что быстрее ты волне. Сейчас на гранило. Он чё, блин, ты не можешь, что ли? Ты стерва, юзлиц! Стерва! Юзлиц, давай, юзлиц, забегай. Курильщик, да, Юрий, не могу убивать. Танк от удивления даже в воздух встал. Он как... как суслик.
Все, мы выиграли, это победа. Вот и конец этого ролика. Поэтому, если вы досмотрели его до конца, обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте палец вверх, если хотите видеть больше видео вроде этого. Тем временем я пускаю бонусную часть, чтобы вам не было скучно, пока вы все это делаете. То есть подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставите палец вверх. Я имел это в виду, да, вы должны это сделать. Обязательно. Вот просто идите и делайте это, пока я говорю. Вот прямо сейчас. Что вы теряете? Как вы просто делаете это все. Подписывайтесь. Только ставьте вверх палец. А пока я настраиваю всякие управления, меня тут расстреливают. Я думаю, надо как бы решиться. Решиться не убивать Кирилла. Ребят, это очень идея. Вот что вы у меня есть трое? Ну, что ты наделала, Варвара? Что ты наделала? Не надо меня убивать, Кирилл. Кого мне выбрать? Кого мне выбрать из вас двух? Я сам пустил все пули в лоб! А, ты попасть даже не можешь в меня. Давай, попади в меня. Давай, давай, давай. Не дразни меня. Давай, давай. О, что? Да у тебя полное здоровье, это не поможет. Иди и умри, как мужчина. Иди и умри, как мужчина. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А быстрее, я не могу больше! О, тебя как раз на добивание пришли зомби. Феллини, убегай с этой канистры куда-нибудь подальше. Знаете, вот эта канистра на самом деле принадлежала дедушке Феллини. И он прошел с ней всю войну. И однажды дедушке Феллини не стало. И его друг, приятель дедушки Феллини, пронес через всю войну эту канистру своей заднице и прятал ее от сраных вьетнамцев. Но и теперь. Ребята, вот когда Феллини нету, да, и вы без лидера ничего не можете, да? Знаешь, что мы сейчас ответим тебе? Догадайся. Причем коммунизм, да? Если вам интересно увидеть еще чего-то больше, то заходите в группу ВКонтакте или на мой Твиттер, потому что я там часто пишу по поводу трансляций, которые я провожу, а трансляции бывают разные. Если вам тоже интересно их посмотреть, то заходите, обязательно заходите туда, уже 5000 подписчиков, вы представляете, ну как это так можно? 5000 подписчиков, все, давайте, заходите еще и туда, вот, смотрите трансляции, вот, идите и смотрите трансляции, я еще момент трансляции пущу. Дробовик. Ну что, окей. Ну я думаю, это оружие будет очень опасно. Чё? Эй, не смей меня убивать, загрузка же будет. Тварь! Успокойся мне! Твою мать! Ну, просто возьму себя в руки, сейчас ничего, загрузки это не так уж и плохо, можно разглядеть, вот все, что каждую деталь, смотрите, как здорово крутится вон колечко, которое справа, ну это же это просто замечательная графика, я думаю, текстуры меня лично очень радуют, как хорошо прорисован задник, можно рассмотреть, смотрите, там написано Purity First. Я не имею чего-то написано, то есть нарисовано еще дальше, но я думаю, как бы все нормально. Кто на чекпоинты ставит? Что какое? Какой хера? Привет, лосы! Совсем тут жизнь! Пацаны, зацените шутку, смотрите. О, я Снейк! Я иду в коробке, я Снейк. Вы меня не видите? Он на меня смотрит, что ли? Я же за коробкой, идиотина. Не смотри на меня. Так. А, еще что-то есть. Еще коробочки. Держи. Если ты не начнешь стрелять, если я тебе подарю. Не кашляй!
еще одна коробочка. Могу ее пихнуть кому-нибудь в лицо. Ага. Найду первого врага и влеплю ему коробкой в лицо. Это враг? Что, я не хочу связываться с этими ребятами снова. Peels here! Открой дверь. Jensen, it's me, Pritchard. Where are you? On a roof overlooking the plane. Я на крыше. Хорошо. Твоя точка должна быть он где-то он там, где кто-то стоит. Я его испугаю. Все, в жопу эта игра меня достала! Что?